Всем привет, кто меня смотрит и кому это будет интересно. Занимаюсь сейчас расстановкой орхидей, кто уже пойдет в теплицу, кто на веранду. Некоторые еще будут гулять, но потом же их тоже заносить надо будет, потому что зима у нас такая, что не позволяет содержать на улице все время нам орхидеи. И я вот эту лекарство думала. Наверное, не эту, а... Да, в принципе, может, и это. Сейчас покажу, которую я хочу продать. В общем, кто хочет, может посмотреть мой плейлист. Я там показывала этот куст, мои лекарства. Я дам ссылку на это видео. То есть, какая она была, как цвела. Там было два растения в этом же горшке. Я просто их разделила. Я все хотела, чтобы просто там много цветов было. Она у меня в этом году хорошо процвела. Теперь после деления бульбу нарастила. И неожиданно зацвела. И этих две деленки у меня не росли в разном темпе. Разный у них цикл был. И сейчас хотела я оставить вторую деленочку. Сейчас я ее покажу. До весны. Но с местом совсем туго. Вот эта деленка. Тоже наливаются хорошо уже бульбы. Тут два молодых роста, две бульбы. Но это одна деленочка. Вот. Значит, что за нее могу сказать? Псевдобульбы-то компактненькие, маленькие, но размах листья, видите, очень большой. То есть листья просто огромные. И листья она сбрасывать начинает, ну, в моих условиях, когда начинается вторая волна роста. То есть после периода покоя, после цветения начинаются новые росты и потихоньку сбрасывает эти листья. Вот. Есть у меня вот еще, я разделила свою ароматику. Но эти укореняются хорошо. Тут еще бульбы только начинают наливаться. То есть в ближайшее время и эти пойдут с молотка. Так, а это уже хорошо укоренилось. Смотрите. Субстрат у нее там тоже хороший. Корней много. Ну, сейчас посмотрим. Ну, если уже так хорошо присыпилось к горшку, то корней 100% много. Бульбочки все налитые. Все хорошие. Вот это самая старенькая какая-то там. Так, вот диаметр цветка. Но они бывают еще больше. Вот моя рука. Так открывается. Красивая очень. Белая. Значит, и ее название будет в описании под видео. Это гибрид. За это удовольствие я хочу 15 евро без оплаты пересылки. С пересылкой там туда. И желательно по Евросоюзу. Так, чтобы я ее сейчас как уложила, она быстренько доедет и будет расти дальше. Значит, кому интересно мое предложение, пишите, а потом свяжемся и договоримся. А на этом все. Как всегда, всем желаю хорошего настроения. Удачи всегда и везде. Пока-пока.